Админин Аризоне Туксон, я наткнулся на совсем необычного игрока, который вел себя максимально подозрительно. Он очень часто перезаходил в игру и даже пару раз ловил кики, скорее всего за читы. Я решил тэпнуться к нему и выяснить что да как. Что из этого получилось, вы прямо сейчас увидите, но перед этим не забывайте вводить мой ник Strafe Morton при регистрации на Аризоне Туксон. Ведь при достижении третьего левела я дам вам 500к, а еще 300 вам автоматом придет на пятом. Поехали! Значит, сейчас слежу за игроком с ником Гора Монта. Как-то он себя очень странно ведет, и как бы первое, что очень странно, это то, как он попал на эту крышу. Он перезаходил раза 4 за минут 15, и его раза 3 кикнуло точно. Короче, я сейчас тэпнусь к нему, и мы с ним пообщаемся. Добрый день, АФК оф бан. Вы тут? У вас 10 секунд. Что тут? Вы себя странно ведете. Чем? Всем? Как? Вот так? Не понимаю. Вы пользуетесь читами? Что? Читами? Нет. Почему вы себя так странно ведете? Как? Вот так? Как так вот так? Ну вот так. У вас есть Дискорд? Что? Дискорд? Что, блядь? Дискорд у вас есть? Кто это? Связь. Телефон есть. Да, блядь. Дискорд это как скайп. И? Есть скайп или дискорд? Где? В пизде! Я вынужден вас забанить. Как? Командой бан. Зачем? У вас нет дискорда. Есть? Так дайте мне его. Зачем? Или я вас забаню. Как? Командой бан. За что? Либо вы мне сейчас даете дискорд, либо я вас баню. Хорошо, Сек. Наконец-то. Ты зачем ссылку-то скинул, алло? Ник и цифры, скажите. Ник и цифры? Да, ник и цифры. Ник и цифры? Ну? Ну? Дискорд, дайте. Скайп есть? Есть. Давайте скайп. Эй, блять, ну ты долбай. Что мне с вами делать? Что? Ну, что делать-то? Что делать? Муравью, приди! Проблема в том, что IP у него кардинально отличается от коренного. И у него еще и читы. Аккаунт у него, типа, не такой прокачанный. 0 АЗ коинов, 5 левел, на руках 2 миллиона, в банке по нулям. Ну, нормальный, типа, аккаунт для новичка сойдет. Я не знаю, наверное, сейчас его отпустим. Бля, я просто его заспавню и посмотрим, что он будет делать. Я как его заспавнил, блин, он сразу активизировался, уже куда-то бежит, блин. Он просто бегает, он наверняка знает, что я сейчас за ним слежу, поэтому он сейчас ничего такого опасного делать не будет. Опа. Он вышел. Опять зашел. Так, он сел на мопед. Куда-то едет. Как я понимаю, он едет, походу, в банк. Я не знаю, зачем он приехал в банк, потому что у него по нулям абсолютно все в банке. Очень странный челик на самом деле. Сейчас, наверное, еще раз его тэпнем и пообщаемся. Ну, здравствуй, блин. Что? Назовите город и провайдера при регистрации аккаунта. Как? Руками? Зачем? Ну или я вас баню? Что это? Блокировка? Чего? Аккаунта? За что? За все, что нужно. Рекданные? Чьи? Ваши? Зачем? Чтобы не забанить? Кого? Вас! За что? Даю вам последний шанс. Спасибо. За что? За шанс? Ну? Ну? Быстрее. Что? Рекданные. Зачем? Чтобы я вас не забанил. За что? Короче, я вас баню. Не надо. Тогда скажите рекданные. Рекданные? Ну? Ну? Говорите. Сказал. Короче, я не знаю, блядь. До свидания, блин. Сейчас еще немножко я за ним понаблюдаю, посмотрим, как он себя будет вести, и уже проведем с ним финальную беседу, в которой, я думаю, я его забаню.
Блин, он опять вышел. Так, пацанчики, прошел примерно час. Он буквально только что зашел в игру. Он сейчас едет на такси, судя по всему, в Лос-Сантос. И самое интересное это то, что у него опять сменился айпишник. До этого он много раз перезаходил в игру, но айпишник у него не менялся, был один и тот же. А сейчас, спустя час, он перезашел, и айпишник уже другой, это странно. Он опять приехал в банк. Зачем, если у него нет денег? У него по нулям все, у него ничего в банке нет, он приехал в банк, блядь, зачем? Так, ладно, ждать мы не будем, сейчас телепортируем его, опять пообщаемся. Добрый день. Нет. Что нет? Недобрый. Почему? Покачину. Тю, бля, и в АФК вышел, а? Бля, он уже 5 минут в АФК стоит, пиздец. О! Рекданные, назовите! Чего? Аккаунта! Какого? Вашего! Это не мой! А чей? Мой! Что, блядь? У вас минута! И что? Через минуту я вас забаню. Нет, я вас! Вы не админ! И что? Ну, вы меня не забаните? Забаню? Как? Как им кверху? У вас 30 секунд. Ага. Вы не будете говорить рекданные? Буду. Ну так говорите. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку рак, за греку руку цап. Хорошо. Всего вам доброго. А тебе плохого. Ну, я тебя понял. До свидания.